Но если Сергей Ровой, то я на гитаре. Игорь Крисов, клапы. Сержи Русу, гитара, бас. Петро Феруца, тромпета. Евген Берда, тобер. Я сын Нику, но и тему прекрасно, стасы не мщите. Я сын Нику, нас и тенки дурницы. Женя, как и почему ты стал участником группы «Гандулмыцый», к тому времени уже являясь участником достаточно большого количества команд? Как так случилось? И как ты согласился вообще? Столько работы. Началось все очень плавно, потому что периодически приходилось иногда заменять отца. То есть, и там, это были там 2011-е года. И как бы познакомился с репертуаром, познакомился с ребятами, и соответственно потом, когда ушел отец, и надо было сыграть концерт, сыгрался концерт, и соответственно после этого было решено уже занять постоянное место там. Ребята мне предложили. Но не сложно это было? У тебя же достаточно много, сколько там команду тебя на счету, где ты играешь одновременно, штук 5 точно. Постоянных команд, в которых я играю, их 4 проекта. То есть они в основном такие для души, как бы это не прямо работа, которая занимает очень много времени. Плюс редко бывает такое, что все коллективы активны одновременно. Вот поэтому, в принципе, по крайней мере, пока совмещать получается без особых накладок. Да, вот, кстати, ты и раньше заменял своего отца на концертах «Гандулмыцый». Помнишь ли ты, когда это случилось вообще в первый раз? Ты говоришь, где-то 2011. Помнишь этот концерт вообще, вот самый первый, когда ты заменил отца? Я помню, да. Я вот не помню точно, какой это год, потому что я путаюсь. Я как бы... Для меня нет разницы, 10 лет или 2 года назад, да. Но вот после того, как группа попала в автокатастрофу, и трубач Ген, и папа, они повредили себе руки. И это был концерт в центре, рядом с... напротив Патрии центральной. Перед театром оперы и балета. Да, театр оперы и балета, да. Это был первый концерт, на котором я заменял. То есть перед театром или в самом театре? Нет, перед театром. Перед, да. На площади. Жень, скажи, пожалуйста, какие эмоции наполняли тебя? Что ты чувствовал, ощущал, когда ты осознал, что ты занял теперь место своего отца в группе, в которой он отыграл более 10 лет? Я не могу сказать, что я это как-то для себя отметил, артикулировал, что я занимаю место отца, но, конечно, я не знаю, как на это ответить, честно. То есть ты не относился к этому как-то с личной какой-то позиции, с каких-то эмоций, просто как музыка, просто группа, дело? Понятно, что независимо от того, насколько ты плотно общаешься с людьми, все равно ты к этому относишься как к какой-то части семьи музыкальной. И то есть для меня это было просто очень органично. Я как бы не отметил это не потому, что это было что-то незначительное, а потому что это было как само собой разумеющееся, может быть. То есть все равно кто-то, я думаю, что либо Дима мог занять это место, либо я, то есть... Кстати, почему Дима не занял это место? Или ему не предлагали? Я не знаю, это на самом деле должны были в любом случае решать ребята, то есть как им было комфортнее. Это мог бы занять место и Мамбо, потому что как бы я впервые увидел «Гандулмыцый» в этом золотом составе, и это, конечно, было чрезвычайное вообще впечатление. Я даже помню, я первый раз увидел, кстати, «Гандулмыцый», когда, не первый самый раз, а первый раз плотно, близко. Мы поехали вместе на концерт на Украину, я тогда играл в группе XNM. И я заметил такую штуку, это был какой-то фестиваль в порту.
И играли группы, и в бэкстейдже особо никто друг на друга не смотрел. А когда вышли Гандулмыцы и Мамба, вот в шортах он выходил. Да, таких. Да, боксерский. Да, 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 да. И я заметил, что прямо очень многие музыканты хлоп стали, кто играет. То есть это было круто очень. Да. Mm-hmm. Поэтому, я не знаю, это было, конечно же, решение ребят. И mm-hmm. от них, в принципе, все зависело. И предложение пришло от них, соответственно. Știți despre ce este vorba, nu? Eu cânt un rând, după aia voi. Facem așa un ping-pong. Și așa vine câteodată durul. Ai voi? Să dau cu cuțit în gheatră. Mai mult curaj! Hai! Din chiar să iasă foc mai dure. Hai voi! Dacă-n viață n-am noroc, eu zic am noroc. Dacă-n viață am noroc mai dure. Avem noroc în viață. Când s-o părțit norocul măi dure. Hai voi! Postam dus eu la lucru. Postam dus eu la lucru măi dure. Și la toți eu dat cu carul măi dure. Скажи, какая песня из репертуара Гандулмыцы, вот когда ты начинал только разучивать программу, показалась для тебя наиболее сложной с точки зрения, с технической точки зрения, вот игры на барабанах для тебя, как для барабанщика? У меня нет такого, что мне что-то сложное технически играть. Скорее, ну вот общий объем песен выучить, запомнить формы. Не могу отметить, что что-то... Ну вот, хорошо, это для тебя. А вот с твоей позиции, как специалиста, как профессионального барабанщика, какая из песен Гандулмыцы с точки зрения игры на барабанах является более сложной? Где самая сложная барабанная партия? На самом деле это очень персональная штука, потому что каждому человеку может быть сложно играть определенные вещи. То есть, и... Мне тяжело отметить. Возможно, это вступление из Numa и Tu кому-то будет тяжело играть, потому что там так достаточно. Да, да. Вот. Кому-то, может быть, сложно будет что-то другое. На самом деле, сложнее всего сделать так, чтобы людям было с тобой играть комфортно. И, то есть, ну, фил поддерживать, филинг такой. То есть это зависит не от сложности партии, а от того, насколько ты ее прочувствуешь, как бы. То есть не могу вот так вот объективно сказать, что здесь какая-то партия, которая технически сложная. Никакой барабанщик ее не осилит. Да, с любовью осилит все. А ну, Женя, назови три самые близкие тебе по духу песни Гандулмыцы. Ну, моя самая любимая песня — это «Балаур». Не знаю, почему, очень мне нравится. Нам «Севин» нравится. Кстати, знаешь, это твоя тоже одна из любимых. Есть такое. Слушай, ну все зависит от настроения. То есть иногда очень хорошо заходят и лирические какие-то. Мне нравятся медленные песни Гандулмыцы вообще. И старые, и с последнего альбома, типа «Ревин».
песня. И боевики старые клево выходят. Но вот самая любимая, я не знаю, Трина Ван Балаур, это вот самая любимая песня, наверное. Когда вы играли на концерте 10 декабря 2021 года, акустический юбилейный концерт Джинта Латины, когда вы исполняли песню «Реквием», там на экране мелькали фотографии Юрия Ивановича, твоего отца. Мне вот интересно, что ты испытывал тогда, когда ты играл эту песню, когда вот этот весь, вся эта атмосфера такая была очень печальная, и за твоей спиной, или я даже не помню, где ты там, где фотки мелькали на экране большом. Что ты ощущал? Вот как? Блин, у людей обычных слезы на глаза наворачивались. Те хоть как-то, даже те, кто не знал твоего отца лично или вообще не знал, но они понимали, что это в памяти о бывшем барабанщике, который дал немало лет этой группе. И вот какие у тебя были эмоции? Ну, вот эта ситуация, она вот как в жизни бывает, на самом деле все было очень как-то прозаично, потому что я не видел, что творилось на экране. И как бы ребята не говорили, я не знал, что... То есть ты даже не знал, что это будет? Я не знал, что это будет, да. Mm-hmm. И я играл, и в момент, когда началось вот это кода, и да. там было соло на трубе, да, и да. почему-то я его очень плохо слышал. И я изо всех сил старался понять, что играет Гена, чтобы ну, правильно вовремя закончить. И у меня это был момент какого-то стресса. И мы закончили, и я смотрю, что почему-то все очень хлопают громко. Я думаю, а почему после этой песни? Неужели он так хорошо сыграл? Может быть, я что-то не услышал? И уже потом на видео увидел эти кадры, и, конечно, тогда уже эмоции переполнили. Лет, четверть века, немалый срок, за который можно ко многому привыкнуть, от многого устать, поэтому я хотел бы ребятам пожелать новой какой-то жажды, азарта, интереса, любви к музыке, то есть чтобы это происходило, ну, действительно, как в первые времена, когда совершается вот музыкальное открытие, когда вот присутствует вот эта какая-то, пусть и наивная, но вот жажда творить. Вот. Хотелось бы этого пожелать. Ну и, конечно, чтобы были для этого силы, возможности, время и здоровье. Oh!
Шумим!